Нет, конечно. В Российской Федерации оппозиция отсутствует как таковая, как институт вообще. То, что мы видим с вами в парламенте, это лишь камуфляж, это попытка пристроиться в кельваторе общемировых тенденций. Знаете, должны быть партии, должна быть демократия. Ничего этого в России нет. Парламент абсолютно безлик и несостоятелен, и не может принимать самостоятельных решений. Поэтому я думаю, что говорить об оппозиции, которая якобы существует, тоже нельзя, поскольку те, кто выходит на улицу, не имеют очень четкой идеи. На улицу выходят диссиденты. Вот огромное объединение людей, каждый не согласный по своей позиции с тем или иным курсом, с тем или иным состоянием в России, он выходит на улицу. Но это не оппозиция, это сборище или, будем говорить так, скопление диссидентов. Вот это присутствует, и их стало гораздо больше, чем нежели в Советском Союзе, которые сидели по кухням.